Мечеть хана Узбека – старейшая из сохранившихся до сегодняшних дней мечети Крыма. Она была построена в 1314 году. Для мусульман Крыма и особенно для жителей Эскехрым – это ценное наследие, которое бережно хранят и облагораживают. Несколько лет назад мечеть украсили работами крымских мастеров. Рустем Дервиш и Энвер Яшлавский сделали фонари, благодаря которым в мечети стало светлее. А за счет балкона, изготовленного Эльдаром Абибуллаевым, удалось увеличить вместимость Узбек-джами. Для нас эта мечеть особенная, даже не только для нас. Вот многие там, друзья, знакомые из Симферополя, Бахчисарая приезжают. Да, везде есть мечети на сегодняшний день, Алешкур, да, но наша мечеть, она какая-то вот, то, что она старая, она такая особенная, как-то вот в ней спокойно. Несколько лет назад там балконы мы сделали, люстры, все это тоже опять-таки сами джемат собирались, делали, получилось очень красиво. Около 10 лет назад на территории Узбек-джами силами местных жителей было построено ифтархане на 150 человек. В нем, кроме ифтаров, проводятся религиозные уроки для детей и взрослых. Но для местных мусульман помещение стало тесным. Летом прошлого года было принято решение построить еще одно ифтархане. Было за это у нас в идее и задумках, то есть сделать кухню построить, пристроить, да, грубо говоря, к этой ифтархане. Ну и потихоньку решили расширяться. Планировали в этом году, то есть только там фундамент залить, но люди не остаются в стороне, хорошо помогают, то есть и вот результат. Теперь будет у нас разделенно, то есть старая, которая была в Тархане, будет женская половина, женская сторона, новая уже будет под мужчин, то есть мужская кухня между ними посередине, то есть планировка такая, что с кухни выдаются в правую сторону и в левую сторону. При строительстве новой в Тархане старались выдержать крымско-татарский стиль. Ну, мечеть наша очень старая, да, уже вот в этом году 710 лет. И не хотим отходить совсем, да, там что-то в новое, в современное. Вот у нас вот уже пример, то есть старая в Тархане стоит. И мы пытались вот что-то вот похожее к нему, то есть и в нашем татарском стиле. Уютное и красивое в Тархане планируют открыть уже в первый день священного месяца Рамазан. Татары планируем вот, ну, с начала Рамадана, первый день уже запланированный, открытие, грубо говоря, всего нашего этого месяца. Первый ифтар будет проводиться уже в первый день. Дальше уже будет видно по финансам, по желанию людей, как у кого будет. Планируем до Ораза, иншаллах, полностью все запустить, проводить уже полноценные ифтары.